Поддержке малого и среднего бизнеса особое внимание. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета округа. В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие федеральные министры и главы регионов ПФО. Самарскую область представил губернатор Дмитрий Азаров. Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО отметил, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения оказали существенное влияние на экономику и социальную сферу. Особенно сложно пришлось малому и среднему бизнесу. В этой сфере сегодня заняты более 3,5 миллионов человек, или 12% населения. На федеральном уровне непосредственно самими регионами округа в сжатые сроки проведена большая работа по разработке и реализации мер, направленных на восстановление развития малого и среднего предпринимательства. В основном они касаются компаний, работающих в наиболее пострадавших сферах. По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, экономика страны активно восстанавливается и начинает преодолевать последствия пандемии. На прошлой неделе президент подписал закон, в соответствии с которым субъекты МСП в пострадавших отраслях вправе требовать уже от своих арендодателей скидок, отсрочек, а также могут в том случае, если они не договорятся на новых условиях, расторгнуть договора аренды без уплаты штрафных санкций. Существенную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Самарской области решено было поддержать в первую очередь тех, кто не может претендовать на общие меры поддержки. Это предприятия общественного транспорта, комбинаты школьного питания. Поднимаются вопросы о поддержке предприятий автомобильной отрасли, такой значимой для Самарской области. Для нас эта тема крайне важна. Буду настойчиво заниматься и тем, чтобы и этот сегмент автомобильной промышленности был также поддержан, мог претендовать на дополнительные преференции. Работа по совершенствованию механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства сейчас продолжается. Для этого по поручению президента страны Владимира Путина разрабатывается общенациональный план восстановления экономики. Свои предложения выработала и Самарская область. Целый перечень предложений, которые еще не учтены в общенациональном плане, но очень надеюсь, при поддержке наших коллег, других субъектов, полпредства, мы сможем все-таки представить на федеральный уровень.